Желание сделать эффектный снимок оказалось сильнее инстинкта самосохранения. 30-летний мужчина приехал с друзьями отдохнуть на озеро Тургаяк. Компания сидела в беседке в районе скал, которые в Миасе называют крутики. Вскоре гость решил сделать несколько фотографий на память. Последствия оказались трагическими. Для того, чтобы сделать снимки, отдыхающий подошел к самому краю обрыва, поскользнулся и сорвался со скалы. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей, но, увы, мужчина был уже мертв. Высота в этом месте примерно 13-15 метров, то есть мужчина упал и получил травму несимой жизни, погиб на месте. Наши ребята эвакуировали его на носилках к яхт-клубу «Зыря» и там передали сотрудникам мемориала. Беседка у крутиков никогда не пустует. Компании собираются здесь и летом, и зимой. Часто приносят с собой спиртные напитки. Вид отсюда и правда шикарный, только люди порой забывают, что безопасность важнее красивых снимков. Люди приходят сюда, собственно, отдыхать. И с алкоголем бывает, приходят. И всяко получается. Да, то есть могут там выпить. И не контролирует свои действия. А потом все вот это происходит, то, что произошло вчера. С крутиков люди падали не один раз. 3 года назад там уже погиб мужчина, кубарем скатившись вниз. Но ограждение в этом месте не предусмотрено. Ограждения там нет, поскольку протяженность достаточно большая. Хотя место посещаемое. Если бы поставить ограждение, то, я думаю, это помогло бы избежать трагедии. Желание сделать фото на вершине горы, за рулем, на мосту в последнее время часто приводит к летальному исходу. Так что цените жизнь, а не экстремальные фотографии, напоминают спасатели.